В Ледовом дворце «Арктика» прошел один из этапов гран-при по фигурному катанию среди любителей. Организаторы объединили соревнования в одну серию. После 8 этапов в нескольких городах лучшие фигуристы выйдут в финал, который состоится в Москве. Участники могут для себя выбрать 3 этапа, участвовать, занимать призовые места и потом уже попадать в финал. То есть можно путешествовать по нашей необъятной родине, посещать разные города, заниматься фигурным катанием, находить себе друзей, участвовать на соревнованиях. И потом мы всех приглашаем к нам в гости в столицу нашей России. На этот раз на лед вышли спортсмены из разных уголков России. Сочи, Нижний Новгород, Владимир и другие регионы. Ирина Мордовкина приехала из Казани, где она готовилась к состязаниям. Фигурным катанием занимается уже более 10 лет, но из-за травмы не смогла продолжать профессиональную карьеру. Побеждала на матрешке, как тоже турнир Академии спорта. В Казани многие соревнования. Также участвовала в неофициальном чемпионате России по любителям. И заняла там золото, серебро и бронзу. Алена Зубова еще с детства хотела стать фигуристкой, но тогда она жила в городе, где не было ледовой арены. Когда стала взрослой и появилась возможность, исполнила свою мечту и теперь регулярно соревнуется с другими любителями. Впервые в этом сезоне такое проводится. Проводит Академия спорта. Я у них участвовала раньше на других стартах. Они очень хорошо проводят, поэтому решила снова поучаствовать. Особенность любительских соревнований в том, что принять участие в них могут все желающие от 14 лет и старше. Профессиональные судьи оценивали артистичность и техническую составляющую выступлений спортсменов, а поддерживали их болельщики. Очень красивые выступления, нежно, танец, музыка. Нам все нравится. Соревнования продолжались весь день и завершились дискотекой на льду для всех участников. Дмитрий Книга, Данил Свидерский, Ольга Садовская, Видное ТВ.